Для жителей Люберца организовали серию дворовых праздников. В микрорайонах городского округа прошли развлекательные программы с аниматорами и творческими коллективами. Мы наблюдали за происходящим. Укрепить добрососедские отношения и весело провести время рядом со своим домом. Двор на улице Космонавтов сегодня как большая развлекательная площадка, которая собрала жителей сразу нескольких многоэтажек. Для поднятия настроения музыка и угощения. Вообще все супер, очень рада, что устроили нам такой отличный праздник. Ребенок доволен, это самое главное. У нас в двери было веселое, вывеска, объявление о том, что будет праздник, и мы решили обязательно надо сходить, посмотреть, что будет. Я хочу сказать вам спасибо, что вы сегодня здесь пришли. Мы стремимся город благоустраивать, обустраивать. Здесь детская площадка хорошая. Отлично. А что еще хотите? Чтобы узнать как можно больше мнений, на празднике организовали сбор предложений и пожеланий. Такая акция проходит в преддверии большого юбилея. В следующем году люберцам исполнится 400 лет. Предложения от собачников много. Устроить им какие-то площадки огромные, чтобы там можно было где погулять. Спортивные площадки, секции предлагают новые. Праздник двора прошел и на улице Инициативный, дом 13. Спортивная площадка полна. Дети, родители, бабушки и дедушки. По словам жителей, такой праздник для них в новинку. Поразил масштабом. И хотелось бы, чтобы он стал традиционным. Здорово, весело, детям интересно. Ну, то есть, такие мероприятия, охота приходить. Бесплатный аквагрим, танцы. Ну, что еще детям нужно? Организация хорошая, детям очень нравится. Самое главное, чтобы детей заняли. Праздничная программа рассчитана на 1,5 часа. Для детей аквагрим, танцы и викторины. Для семей конкурсы. Для старшего поколения концерт. Поют солисты коллектива «Балаган Лимитед». В ожидании встречи каждый жив, отдохнуть по полной просит дело, и дело, Праздник двора совпал с яблочным спасом, поэтому в качестве угощения, конечно, яблоки. Организаторы приготовили несколько корзин, которые быстро опустели. Алексей Абрамов, Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.